Нагадывать детям о правилах особистой безопасности николи не лишнее. Робить это по шестлетних каникул – необходимость. Мета совместного профилактичного мероприемства, организованного супрацовниками Державного комитета судовых экспертиз и Следшего комитета по Гомельской области, познакомить детей со складанными отказными профессиями следших и судмедэкспертов. Наглядно продемонстрировать им працовный инвентар, який эти высококвалифицированные специалисты выкористовывают у своей працы. А главное, еще раз нагадать школьникам, которые находятся на летнем отпочинке, чем могут обернуться дитячие свавольствы, якую серьезную погрозу життю несут находки вибуховых прилад и боеприпасов часов Великой Айчинной войны. Для проведения акции специализованная дитячо-юнацкая школа Олимпийского резерва номер 3 по водным пола города Гомеля была обрана невыпадково. Державный комитет судовых экспертиз по Гомельской области с недавнего момента курирует этот вид спорта в нашем регионе и оказывает поддержку этой специализованной установе. Мы уже подобную работу начали еще практически около 2 месяцев тому назад, оказали материальную помощь приобретению спорта инвентаря. Наши сотрудники занимаются здесь также на базе этого учебного заведения плаванием. Значит, вырученные деньги, значит, также идут в копилку школы, то, что тоже помогает школе, значит, приобретать спортивный инвентарь. Специализованная дитячо-юнацкая школа Олимпийского резерва номер 3 по водным пола города Гомеля зараз одиная у регионе, якая представляет этот вид спорта. Сегодня тут занимаются около 700 школьников у 3 узростовых группах. Что угодно ученцы этой специализованной спортивной установы становятся переможцами и призерами разных престижных споборництв. Не глядя на такие выдатные выники, у выпускников с дюшар номер 3 по однольковой причине возникают полные тяжкости в развитии своих спортивных здольностей. Клуба нету такого. И как бы вот учащиеся свою спортивную карьеру до 17 лет проходят у нас в школе, и дальше им некуда, нет дальнейшего роста. Сейчас на уровне федерации нашей республиканской прорабатывается вопрос открытия в Гомельской области клуба по водному полу. Открытие данного клуба как бы позволит учащимся, которые закончили нашу школу, это дети, которым исполнилось 17 лет, остаться дальше в спорте и продолжать, как говорится, свою спортивную карьеру. У свою чергу супрацовники Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области планируют и далее активно помогать дюшар номер 3 по водным пола у популяризации этого уникального для нашего региона виду спорту и по махчимости вырешать питания и проблемы, которые возникают у этой специализованной спортивной установе. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».